такое про собачку? Про Бимку, что ли? Так я ж пел. Че, слова не запомнил? Ты хочешь запомнить? Это надо много раз петь. Про собачку. Ну ладно, правда? Я не знаю. Давай, сейчас, подожди, я спою это еще. Потом про собачку отдельно. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Громко? Мне не дослышиваю. Я у меня уже скоро 55, понимаете, уже как-то. Ну вот. А Андрей Макаревич. Так много о нем говорят в последнее время. Ну вот. Я не буду о нем ничего говорить, я просто свою его песню. Вот я очень уважаю этого автора, этого человека. Он явился для меня, является, в общем, таким одним из важных знаковых людей, таким маяком, что ли. А вот. В творчестве в основном. Я сейчас не говорю про гражданскую позицию. Песня, о которой он посвятил Александру Розенбауму. Такая странная песня про артистов. Раз артист, так с песней. Да здоровой дальней, с жизнью интересной, сладкой, ненормальной. Он для сердца, для души, к нам на праздник позванный. Раз артист, а ну пляши, ты для того и создан. А ему не пляшется, он бедняга мается. И хозяйке кажется, что артист ломается. И шутя, естественно, она скажет, знаете, видно, вы, известные, нас не уважаете. Только зря старались, знаем эти форти. Вы, видать, зазнались, стали больно гордыми. Понимаем это мы, наше понимание. Раз жизнь полна букетов и рукоплесканий. За столом веселье, а за столом гуляние. А он уйдет без пения. И без «до свидания». Тоже номер номером, на эффект рассчитанный. Знать не только с гонором, но и невоспитанный. Жизнь полна вокзалами, номерами бедными. И лицо усталое, и без грима бледное. И в полночном поезде плакать так захочется. От своей бездомности и от одиночества.